велика и необъятна наша Родина. Есть у нас реки и горы, поля и леса. Но славится Русь не только просторами, но и людьми, отважными, умными, сильными духом. Подготовка русских ратников имела довольно стройную систему. А чего так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят и листву так печально кидают. А в княжескую дружину брали не абы кого, а самых шустрых, самых отчаянных мальчишек. Поприветствуем нашу княжескую дружину! Воспитанием мальчишек в княжеских дружинах занимались бывалые суровые дядьки и воспитывали их. Играми. Кто-то на играм прятки, он играет без обрядки. Я еду искать. Игры дружинных отроков были разнообразны. Сражались на палках. Швыряли в цель камни. Форсировали реки. Ты неси меня, река, за крутые берега. Быстро форсировали реки. Дело артельное, без крепкого дружеского плеча никак не обойтись. Собирались отроки на полянах помериться силушкой богатырской. Забавлялись, устраивали петушиные, медвежьи. Да что там медвежьи, гусиные бои. Итак, кто кого перетанцует?